Привет, я Владимир, и вы на канале Фотобум. Сегодня наш обзор об источнике постоянного света Amaran 100D от компании Aputure. Буква D в названии обозначает, что источник дневного света имеет постоянную температуру 5600 кельвинов. Выходная мощность у данного источника составляет 100 Вт диодного света. Если сопоставить к лампе накаливания, это составляет 1000 Вт, что и говорит о достаточной мощности света. Имеет высокий индекс цветопередачи, равный 95. Этот показатель обеспечивает передачу правильных цветов и оттенков без искажения. Сам моноблок поставляется вот в такой вот коробке. Внутри у нас инструкция на английском и китайском языках, наклейки. Рефлектор, сетевой шнур, сетевой адаптер и сам моноблок. Сам моноблок сделан из качественного пластика. Внизу есть кронштейн для установки настойки и подвесной системы. Сбоку у нас рычаг для управления углом наклона. Перед использованием не забываем снять колпак. Внизу у нас имеется отверстие для установки фотозонта, что дает нам более мягкий и рассеянный свет. Моноблок имеет стандартное крепление Bowens, что дает возможность устанавливать рефлекторы, софтбоксы, октобоксы и другие светоформирующие насадки. Данный моноблок очень прост в управлении. На задней панели у нас имеется разъем для подключения блока питания. Внизу имеется кнопка включения и выключения моноблока. Диммер у нас отвечает за мощность света с плавным ходом в 1%. При нажатии на диммер у нас быстрое переключение с шагом в 20%. Дисплей, где отображается мощность света в процентном соотношении. Кнопка Reset для подключения к мобильному приложению, с которого можно управлять моноблоком на расстоянии по Bluetooth. То есть, если ранее кто-то с приложения был подключен к данному источнику, вы можете сбросить и подключиться заново. Установить приложение очень легко. Вам нужно сосканировать код на инструкции и включить Bluetooth. Приложение само найдет ваше устройство. В моноблоке 8 световых эффектов. Также в меню приложения есть возможность создавать свои эффекты и записывать их в пресеты для дальнейшего использования. В моноблоке Amaran очень тихий кулер, он практически бесшумный. Так что писать звук в небольших помещениях или близко к микрофону можно без проблем. Осветитель Amaran 100D имеет простое интуитивное управление. Что не заставит долго разбираться, он дает прекрасные перспективы для реализации задуманных кадров. Мы желаем вам всегда делать только правильный выбор в оборудовании для ваших съемок. На сегодня это все. Понравился обзор? Не забудьте поставить лайк. Остались вопросы? Пишите их в комментариях, мы вам обязательно ответим.